Новый год в Сталинграде, новый 43-й год в Сталинграде, это был особенный год. Почему? Потому что здесь ощущалось наше дыхание нашей будущей победы. И это понимали бойцы. Это еще не было понятно на оккупированной территории, в блокадном Ленинграде, но здесь вот эта эйфория ожидающей победы, она была лейтмотивом. Писали с Новым 43-м годом, с победой. Даже издавались новогодние открытки. Но они были с необычными поздравлениями. «Дорогой товарищ» и специальное место, чтобы вписать фамилию, имя. Поздравляем вас с наступающим новым 1943 годом. Желаем с большим счастьем и напором, желанием бить немецко-фашистские войска. Такие поздравления, конечно, они трогают душу. Конечно, желали друг друга здоровья, остаться живыми. Даже иногда наряжали елки. Но они, конечно же, были не такими, как у нас сегодня. Они украшались гильзами, пузыречками из-под лекарства вешались, какими-то бумажными игрушками из газет, которые сделали сами бойцы. Но елка давала такое тепло и уют нашим войскам, воспоминания о нашем, о своем родном доме. Немцы тоже встречали здесь Новый год, но у них уже ощущение безысходности было. Вот есть несколько фотографий даже блиндажа, который был практически на склонах Мамаева кургана, недалеко от телецентра. Там был огромный блиндаж 284-й стрелковой дивизии, и они отмечали там Новый год. Это был огромный стол, это была солдатская каша, это были 100, конечно, грамм. Это были поздравления и ощущения вот этой вот победы. Это видно было по лицам наших бойцов.